кто-то, кто играет на клавишах, это, к сожалению, не так. Клавиши я честно прописал все дома, и это мы, как бы, это не какой-то там дядька нам записал, нет. Это мы, просто как бы я подумал, что на сцене будет лучше выглядеть, если я буду стоять вот к вам лицом, а не вот как вот так, и рассматривать клавиши, потому что куда-то вот. Вот. Я не ленивый. Хотел бы рассказать вам теперь о втором новом участнике нашей группы. Это Алексей. Алексей играет на барабан. Алексей, как и Андрей, очень разносторонний человек, на самом деле. Мы с ним играем в умные игры. Главное, что я знаю об Алексее, помимо всего того, что он занимается музыкой, он преподает сальсу. То есть, в принципе, можно зачислить Алексея к очень пластичным, вот таким вот сексуальным, динамичным человеком. Очень жалко, что это за барабанами всего не видно. Он очень там старается, да. Да, очень старается. Следующая песня «Снежинки». Зимняя песня. Это песня, опять же, нашего бывшего бас-гитариста Артема. Я до сих пор считаю, что он кому-то доплачивает деньги за то, что они говорят, что эта песня ему нравится. Ну, погнали.